Приветствую вас, дорогой друг, с вами Дэн Кид. Я дизайнер инфобизнеса, я принес предыдущую графику в Рунет, и я участник турнира по вебинарам 4. Что я думал о турнире до того, как начал в нем участвовать? На самом деле, с инфобизнесом Алекса я знаком уже очень долгое время. То есть я смотрел его вебинары еще тогда, когда он начинал. Но потом я сдулся, что-то я не смог сделать и долго вот находился в таком замешательстве, создавать ли мне свой инфобизнес или нет. И вот в начале 2012 года у меня все пошло, я создал свой инфобизнес, нашел себе нишу, все было отлично. И тут вот буквально в октябре я решил что-то менять, я решил больше прибыли, больше каких-то путешествий, потому что мне надоело находиться постоянно в одном и том же месте. Я опять же нашел блог Алекс, начал его читать, и где-то за один день я решил взять турнир, взять себе участие в турнире. Я взял себе участие, я уже с первого дня начал что-то делать, внедрять просто все, что давал Алекс. Уже буквально через день после старта турнира я решил взять себе участие в конференции по тревел-ливингу и поехать в Москву. То есть у меня было буквально 3 дня. Это как раз таки тот срок, за который делают визу. Я встал от компьютера, побежал, купил себе билет и приехал еще и на конференцию по тревел-ливингу. Из Москвы тоже очень много всего удалось сделать. Очень хорошо благодаря всему этому продвинулся. Уровень вебинаров вырос просто в десятки раз. Даже подписчики говорят, что вот еще в начале месяца были какие-то такие достаточно стеснительные, скромные вебинары, а сейчас уже только дай мне микрофон и все, и меня уже не остановить. Вот. И какие же я получил результаты от этого турнира? То есть прошла пока только первая часть, которая предназначалась больше для новичков, коим себя я уже не совсем считаю, но все же. За это время я заработал 92 980 рублей. И это все при том, что я совершенно просто напрочь завалил запуск своего тренинга. То есть я нацелился не на ту целевую аудиторию, и из-за этого у меня очень мало продаж было. Плюс за это время я набрал чуть более 2500 подписчиков. То есть за все время в инфобизнесе я никогда не уделял базе подписчиков своей рассылки так много внимания. И вот благодаря тому, что я начал увеличивать, я уверен, что вот уже после Нового года смогу получать там 300-400 тысяч рублей в месяц вообще без каких-либо напрягов. И все благодаря этому тренингу. Спасибо, Алекс, за этот тренинг. Все, кто не смог поучаствовать вживую, обязательно участвуйте в записи, проходите его. А я с вами прощаюсь и иду дальше работать, отдыхать. Пока!